25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. На Одесской киностудии пройдет целый ряд мероприятий, посвященных знаковой дате. Неделя кино в память о выдающемся артисте откроется 22 января в понедельник легендарным фильмом «Вертикаль». В рамках проекта зритель увидит 5 картин с участием Владимира Высоцкого. Также организаторы подготовили специальные фотозоны с композициями из любимых кинолент. Будут и арт-инсталляция, открытие туристического объекта «Лавочка Высоцкого» и выступление одесских артистов, которые исполнят песни известного барда. Все дни, кроме четверга, вход платный, но цены кусаться не будут. 25 января, в день рождения поэта, вход будет бесплатным. В четвер, великий вечер, він розпочнеться о 15-й годині з відкриття кімнати у музеї кіно. Кімната, присвячена фільму «Опасні гастролі», а також буде відкритий туристичний об'єкт, який називається «Лавочка Висоцького». Це саме це місце, де любив відпочивати Володимир Семенович під час зйомок на Одеській кіностудії. Після 15-ї години о 16 починається творчий вечір, і о 17-й буде показ фільму «Опасні гастролі».